Арарат Кещян потерял самого близкого человека. После долгой борьбы с болезнью ушла из жизни его мама, Алмаз Таваковна. Исполнитель роли в сериале «Универ» трепетно относится к членам своей семьи. Арарат растит двух дочерей – 6-летнюю Еву и 3-летнюю Диану. Несмотря на востребованность и плотный график работы, Кещян стремится заботиться о родных. Он делится трогательными моментами с ними. Однако теперь актер сообщил поклонникам печальную новость – Алмаз Таваковна скончалась. Арарат опубликовал в Инстаграм нежное фото маленькой Евы и написал: «Год назад я обещал Еве, что когда бабушка поправится, я куплю ей в Сочи кролика. Там она сможет с ним играть. А когда будет уезжать в Москву, бабушка будет смотреть за ним», — написал Арарат. Недавно он с дочерью Евой побывал в южном городе и навестил Алмаз Таваковну. Женщина лежала в постели. Рядом с ней сидел брат артиста Ашот. «Ева немного смущалась и нерешительно стояла у двери, прижав что-то в маленьких ладошках. Ашот сказал: „Подойди, не стесняйся“», — пояснил Кещян. Оказалось, что малышка приготовила сюрприз для любимой бабушки. Перед тем, как его вручить, девушка крепко обняла родственницу. «Маме было тяжело, но она растеклась в улыбке. Потом Ева поцеловала ее, засунула то, что прятала в руках, ей за пазуху, и убежала. Мама сунула руку и достала вырезанное из бумаги и разукрашенное в яркие цвета сердечко. Давно в глазах мамы не было столько счастья», — уточнил Арарат. Он пообещал сделать дочери подарок, радость от которого она не сможет разделить с Алмаз Таваковной. Позже Ева спросила: «Папа, когда выздоровеет бабушка? Ты так сильно хочешь кролика? Да и чтобы бабушка выздоровела». «Евочка, девочка моя, я обязательно куплю тебе кролика». Поклонники поддержали его в трудный момент теплыми словами. «Очень светлая женщина была. Наши дети ее очень сильно любили. Она учительница у моих детей. Светлая память. Почему я плачу?» — высказались подписчики. Приносим свои соболезнования. «Не знаю, меня вот эта женщина рожала, так что не рассказывай мне сказки». «Родила тебе красавица». «Давай». «Ой, ях перечан дардмияни, норчим цан отцовие». «Ех пайвенерис цовдара, закнор сенин амвее, ех пайнерис цоватара, закнор сенин амвее».